Угадай елку и получи 5-килограммовую корзину с продуктами. В понедельник в новостях ТВК стартует новогодняя акция для наших телезрителей. У каждого, кто смотрит выпуск новостей, будет возможность выиграть продуктовую корзину для новогоднего стола. В студии автор проекта Алена Крашенинникова. Алена, что нужно сделать, чтобы получить такую корзину? Оля, ну, условия конкурса очень просты. Для этого нужно будет, мы будем стоять на одной из елок в нашем городе, нужно будет телезрителям угадать, что это за елка, внимательно смотреть при этом наш эфир, первыми добраться до нас, и тот, кто первый доберется, как раз и получит вот такую вот продуктовую корзину. Я напоминаю, главное условие, внимательно смотреть эфир и первыми добраться до нас. Ну и что там в корзине? Ну, в корзине основной набор продуктовый, это красная икра, потом оливки, сыр и сервелат, а еще у нас здесь есть фрукты, это ананас и мандарины, есть также шампанское, конечно, ну и сладкие подарки, это набор конфет и, главное, наше фирменное печенье имбирное с цитатами российских политиков, которые мы помним и любим. Ну и самое главное, сколько будет длиться эта акция? Ну, проект начнется в понедельник, с 26 декабря. За все это время мы разыграем 5 продуктовых корзин. Мне остается только пожелать удачи нашим телезрителям.